Всем привет, меня зовут Вика, и в этом видео я расскажу тебе об ожидаемых осенних новинках фильмов, которые я уже посмотрела. И с данного момента я ввожу на своем канале 3 новых хэштега, соответственно, для обзора фильмов, сериалов и книг. Ставь их в любых соцсетях и отмечай меня. Ты их можешь поставить для того, чтобы я обозрела данный фильм, сериал или книжку, или просто, чтобы я скорее выпустила это видео. Так я буду знать, что ты хочешь данное видео, и буду выпускать его гораздо чаще. Также не забудь подписаться на мой канал, чтобы в дальнейшем не пропускать моих видео, и не забудь поставить на колокольчик, чтобы видеть его первым. А мы начинаем! Первый фильм называется «Дом странных детей мисс Перегрин». Фильм нереально интересный, я смотрела его в кинотеатре. Если вкратце, то 16-летнему мальчику Джейкобу дедушка с самого детства рассказывал про таинственный остров и всякие интересные штуки, которые там происходят. И он верил до определенного момента, потом он решил, что он вырос, перестал в это верить. Но однажды с ним случается очень интересный случай, после которого он едет на тот самый остров. Спойлерить я вам не буду, но фильм очень захватывающий и интересный, я реально советую тебе его посмотреть. Ну, ты уже готов ложиться в постель? Нет. Расскажи мне историю. Ты хочешь о детях? Хорошо. Давным-давно на острове, на другом конце света, жили особенные дети. Они жили все вместе в большом старом доме. Это место было заколдованным, где их никто не мог найти. Солнце светило каждый день. Они были очень счастливы. Какими они были? Они не были похожи на других людей. Второй и последний на сегодня фильм называется «Доктор Стрэндж». Я его смотрела тоже в кинотеатре и буквально в прошлое воскресенье. Честно говоря, это был первый фильм из серии Marvel, который я посмотрела. Напиши внизу в комментариях, любишь ли ты фильмы Marvel, сколько фильмов посмотрел, или может вообще не смотрел, как я, мне будет очень интересно. Если вкратце, то есть один доктор-нейрохирург по фамилии Стрэндж, который, честно говоря, такая вся из себя сволочь, и тут с ним случается авария. Стрэндж больше не может быть хирургом, он в полном отчаянии, и он отправляется в таинственное место под названием Камартадж. Там происходит очень много всего интересного, так что не буду спойлерить и приятного просмотра. Фильм мне безумно понравился, я тоже ни разу не отвлекалась во время просмотра этого фильма, так что я очень советую тебе посмотреть его. Стивен Стрэндж. Позволите дать вам совет? Забудьте все, чему вас учили. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Напиши внизу в комментариях, какой обзор ты ждешь от меня следующим, фильмов, книг или сериалов. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!